Партнер программы – торговая марка IMF. IMF – мебель как искусство. Авиатур – крупнейшее агентство по продаже авиабилетов и туристических услуг. Имеет 12 филиалов в городах Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Кировоградской областей. Выполнение самых сложных запросов и высокое качество обслуживания – вот главные конкурентные преимущества компании, имеющей 20-летний опыт работы на отечественном рынке туристических услуг. Работать с нами удобно и надежно, говорят в агентстве. Мы помогаем решать проблемы наших клиентов в любое время дня и ночи. Впрочем, такие проблемы возникают крайне редко, так как сотрудники агентства предлагают только проверенные маршруты и только те отели, в которых побывали сами. Здесь можно быстро и без проблем забронировать и купить билет практически любой авиакомпании мира. Авиатур – ваш персональный агент. Мы продолжаем наш рассказ об этнографическом трофи-рейде, совершенном группой энтузиастов из разных городов по маршруту Каменец-Подольский-Львов. Была идея проследить географию настроения людей, насколько они действительно отличаются друг от друга, и так как от нас. В общем-то, решение поехать было принято практически сразу. Вот я где-то интуитивно поняла, что это будет какое-то необыкновенное путешествие, которое многое мне даст. В цю подорож я поехав допомогти друзям здійснити дуже надзвичайний подвиг, розповісти людям зі Східної України. Показати їм правду, да, які направду отут на Західній Україні люди живуть, наскільки вони там добрі, готові допомогти, да, там, такі речі. Тобто показати людям, якщо люди захочуть змінити життя, вони мають то зробити самі. Новые отношения к людям, к природе, к своей стране, к этому региону. Не хочеться сидіти вдома, склавши руки, хочеться щось змінити. І дуже хотілося об'єднати країну саме через це. Мені б хотілося докласти частинку себе, своєї душі для всієї України, віддати себе, знаєте, для якоїсь доброї, корисної справи. Можливо, це лише маленька крапля, але саме з таких крапель складається все це море. Работа, которая має бути зроблена для того, чтобы об'єднати нашу країну. Я уверен в том, что мы немножко поменяем сознание людей на востоке, в центре, на юге Украины и России. Я считаю, что мы сделаем то, что задумали, и у нас все получится. Шел к концу четвертый день нашей этноэкспедиции. Миновав горные перевалы, мы направились в селение Усть-Черное. Небольшой курортный поселок Закарпатской области затерялся где-то среди густых лесов в живописной долине вдалеке от главных карпатских дорог. А потому этот отрезок пути в очередной раз добавил всем участникам путешествия изрядную долю адреналина. 2 часа по изрешеченной ямами трассе, и мы прибыли в назначенный пункт. Красота здешних мест быстро заставила позабыть об ужасной дороге. Сам поселок представляет собой одну длинную улицу с одно- и двухэтажными домами по обеим ее сторонам. Остановились мы в доме местного священника. Отец Андрей не только приютил всю нашу уставшую и голодную гоп-компанию, но и выдал нам из своих запасов картошку, морковку и другие овощи, из которых мы приготовили на ужин вкусное рагу. Кульминацией вечера стала беседа с отцом Андреем. Для мене є завжди мірилом. Ну і не тільки для мене, але це саме сказав Христос. Вірніше, він це сказав, і для мене це принцип. Тільки по любові пізнаю, що є мої учні. Скільки конфесій ми тепер маємо в нас в державі, і по скількох ми можемо стверджувати про їхню любов один до одного. Та не тільки один до одного,
І сам Христос говорить, яка нам заслуга за те, що ми любимо тих, хто нас любить. Жодна. Ми можемо щось говорити про любов тоді, коли ми любимо тих, хто нас ненавидить. І тому наша відповідь на узурпацію зло повинна бути любов. Це є принциповий момент. Молодой священник из Карпатской глубинки поразил нас всех эрудицией, прогрессивными взглядами и не просто умом, а какой-то необыкновенной для столь молодого человека мудростью. В цьому часі ми дуже добре розвинулися технічно. Але скажіть, будь ласка, скільки перевершило древніх філософів? Майже ніхто. Чому? Тому що ці люди не додумовували. Вони дивилися на глибокі поривання людської душі і бачили, людина не є створінням, яке потребує тільки матеріального хліба і видовищ. Люди, які живуть в церкві, які ходять до церкви, вони є так само громадянами держави. Ми не повинні їх скеровувати в необхідному напрямку голосування, але ми повинні їх скеровувати в напрямку самосвідомості, свідомості людей, від яких залежить життя держави. І моє серце горіло більше, ніж на 100%, наскільки могло настільки горіло тими обставинами, які в житті держави складалися. І через неможливість поїхати на них, оскільки у мене нещодавно народився син, і були деякі складності після його народження, і тому я мусив бути з дружиною. Очевидно, що не буде людина жити державою, сумлінням патріота України, якщо він не любить свою сім'ю, свою дружину, своїх дітей, якщо завжди для нього сім'я є лише обузою, є лише чимось лишнім. Финалом этого необыкновенного вечера стал совместный ужин и песни под гитару. Партнер программы – ресторан «Тыныця». Незабываемая атмосфера домашнего тепла и уюта. Просторные залы и великолепная кухня. «Тыныця» – ресторан в лучших украинских традициях. П'ятий день нашої подорожі. Ми знаходимося у поселенні Усть-Чорне. Тут дуже дивна архітектура. Це пов'язано з тим, що колись тут проживало багато переселенців з Австрії. Кстати, своє первоначальне названня Кінігсфельд, що означає «королевське поле», поселок получив іменно от австрійців, які населили ці благодатні міста ще в 1775 году. Попрощавшись со здешними местами, мы отправились дальше, в сторону озера Синевир. Дорога на Синевир шла через лес, и так же, как и предыдущий участок пути, не могла порадовать качеством покрытия ни водителей авто, ни их пассажиров. Выбравшись горем пополам из грязи, вскоре мы выехали из леса. Впереди простирались горы. Впрочем, простирались они не только впереди. Их серые, местами заснеженные склоны окружали нас со всех четырех сторон. Картина была просто сказочной. Затянутые дымкой горы тянулись бесконечной чередой, и казалось, что вот сейчас за каким-нибудь холмом мы встретим гномов, идущих через вершины только им ведомым маршрутом. Невероятно красивая дорога была столь же и опасна. Пережив очередной сумасшедший спуск, я позвонила племяннице в Днепропетровск и попросила ее помолиться за меня. Как оказалось, нервы сдавали не только у меня. После одного из подъемов наш отважный и никогда не унывающий водитель Коля остановил УАЗик и трясущимися руками, достав из пачки сигарету, долго молча курил. Мы проехали 20 километров, поднимаясь все выше и выше. 1500 метров над рівнем моря. Тут ще лежить сніг. Немного поиграв в снежки, мы поехали дальше, а точнее выше. Периодически оглядываясь назад, я поражалась не только мастерству нашего водителя Коли, но и выдержке нашего старого УАЗа, который, вопреки законам гравитации, умудрялся преодолевать почти отвесные спуски и подъемы. Наконец, запас прочности закончился и у нашего железного во всех отношениях друга. На хребте Красный у Бобика вырвало передний мост. Что ж это? У нас ЧП.
все попытки преодолеть крутой подъем самостоятельно или с помощью Тойоты оказались безрезультатными. Неумолимо приближалась ночь, температура воздуха начала резко падать. Сильный ветер, свободно гулявший на открытом пространстве, нагонял тучи, которые грозили разрешиться холодным дождем. Это дождь приближается! Обсудив сложившуюся непростую ситуацию, ребята приняли решение, в результате которого женская половина экспедиции и два оператора отправились на Тойоте в село Калачава, расположенное всего в 10 километрах от места поломки. А четверо опытных бывалых туристов остались ночевать на вершине хребта на высоте 1500 метров. Под пронизывающим холодным ветром ребята разбили палатку и, поужинав, легли спать с надеждой, что утро, которое, как известно, мудренее вечера, принесет решение всех проблем. Авиатур – крупнейшее агентство по продаже авиабилетов и туристических услуг. Имеет 12 филиалов в городах Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Кировоградской областей. Выполнение самых сложных запросов и высокое качество обслуживания – вот главные конкурентные преимущества компании, имеющей 20-летний опыт работы на отечественном рынке туристических услуг. Работать с нами удобно и надежно, говорят в агентстве. Мы помогаем решать проблемы наших клиентов в любое время дня и ночи. Впрочем, такие проблемы возникают крайне редко, так как сотрудники агентства предлагают только проверенные маршруты и только те отели, в которых побывали сами. Здесь можно быстро и без проблем забронировать и купить билет практически любой авиакомпании мира. Авиатур – ваш персональный агент. Калачава – уникальное закарпатское село природного парка «Синевир». Со всех сторон оно окружено высокими горами, на которых растут буки и смереки. Здесь протекают две речки – Теребля и ее приток Калачавка, и давшая селу свое название. Наша группа переночувала в Калачаві, але інший екіпаж залишився у горах. Ми не змогли витягти машину. Зараз дуже турбуємося, як там наші хлопці. Будемо щось робити, рятувати. Ми спорядили суперрятувальну групу, до складу якої входить 4 квадроцикли, 3 ОТВ і 7 авто. Сподіваємось, наші хлопці скоро будуть з нами. Пока Володя продолжал обзвон знакомых водителей, нам ничего не оставалось, как прогуляться по утренней Калачаве. Мы поснідали в Калачаве, є трохи часу відпочити і ознайомитись з місцевою пресою. Здесь, в кафе, мы познакомились не только со свежей прессой, но и с одним очень интересным человеком. Я человек, который все время придерживался прогрессивных таких правил жизни и стараюсь где-то что-то новое, стараюсь я узнать, прочитать, если есть возможность увидеть, если есть возможность принять участие. Сейчас на Майдане я тоже очень часто был и оказывал посильную помощь, конечно. Ни в какой сотне я не был, никуда я не записывался, потому что когда узнали, что мне 65 лет. Вы знаете, для меня, например, показатель тот, когда едешь, например, в Винницкой области, да, или там в Черкасской области, едешь по селам, села умирают. А здесь строятся дома. Там брошенные дома, заросшие, все. А здесь дома строятся. Когда строится что-то, это говорит о том, что идет здесь прогресс. Здесь жизнь продолжается. И детей много. У них трое, четверо детей, это обычная семья. Обычно 5 и 6 детей есть. Пан приезжает в эти места из Киева много лет подряд, поэтому знает о Калачаве все и может рассказать о ней не хуже любого экскурсовода. Вы знаете, что в Калачаве очень много памятников, в Калачаве очень много музеев. Недаром Калачаву называют селом 10 музеев и 20 памятников. Есть среди них и уникальные, такие как памятник пастуху или учительницы из Украины. В 1953 году, 1952-1953 году очень много сюда приехало с Украины, как тогда говорили, учителей. Забрали у нее документы все, посадили девчонок в теплушки и привезли сюда. Кстати, единственный памятник в Украине, может, вы обратили внимание, если нет, снимите его, обязательно покажите, памятник заробітчанам. Двое маленьких діточок, вагітна дружина, чоловік збирається у подорож. Це памятник заробітчанам в Калачаві. Уникальным для нашей страны является и обелиск примирения.
Он установлен в самом центре села в память односельчан, воевавших в годы Второй мировой войны по разные стороны линии фронта. Что стоит посмотреть? Стоит посмотреть музей под открытым небом, музей Скансен, который расположен на территории 4,5 гектара. Всего-навсего это как музей под Киевом Пирогова, да, как Пирогова, только здесь, вы знаете, богаче. С Пирогова сюда приезжали даже научные работники, и они восхищались, то, как сделано здесь. Калачава – село с многовековой историей, было основано еще в середине 15-го столетия. Здесь, в глубоких лощинах, селились беглые крепостные крестьяне, спасавшиеся от барского гнета. Поселенцы строили себе домики с маленькими окнами, глиняным полом, соломенной или деревянной крышей. Сегодня музей «Старое село» насчитывает почти два десятка сооружений. Тысячи старинных экспонатов бережно хранят более чем 300-летнюю историю культуры и быта жителей Верховины. Угу. Москва. А який же рік? Який? А. Увага, увага, пора на заняття. Рядом расположен еще один из 10 сельских музеев – Калачаевская узкоколейка. Там единственный, кстати, на Украине и, наверное, единственный в Европе музей в узкоколейке. Там стоит паровоз, который нашли высоко в горах, заущенный еще дальше. Еще одним приятным сюрпризом этого дня стало знакомство с владельцем местного ресторана. Калачавцы любят людей. Знаете, калачавцы любят юмор, калачавцы любят песни. Вот здесь, вот, если вы пойдете туда к музею «Старое село», там есть колыба. Колыба, ну, вы, видимо, знаете, что такое колыба. Это, ну, по-нашему, как кафешка какая-то. Вот, из дерева сделано, и там Иван играет на скрипке, там у него сын на скрипке играет. Они любят, так сказать, запрошивать на каву, но у них кава просто так не пьется. У них до кавы наливают по деце. Деце – это, значит, маленькая такая рюмочка, вот они наливают, они когда говорят «подь на каву», «подь», значит, «иди на каву», значит, они обязательно, ну, пригощайте. Тем более любых людей, не то, что там знакомых, незнакомых, ну, такие они есть, понимаете. Ну, я хочу вам сказать, что это по-нашему, по-колочавски, по-бендерівськи. Хочу вам все цього, не хочу, а вот так бендери наказывают. Вот этих наших… Это грушки? Хто приїжджає зі сходу, хто приїжджає зі сходу, ми так і наказуємо. Слава Україні! Слава Україні! Пан Іван оказався не тільки хорошим ресторатором, но й отмінним музикантом. Прямо здесь, в ресторані, він устроїв нам настоящий концерт. Ми, наконець, услышали, як поє гуцульська трембіта. Потом запел и сам пан Иван, лихо аккомпанируя себе на баяне. Финалом импровизированного концерта стал гимн Калачавы. Так что, шановні, якщо, звичайно, ви мені заспіваєте гімн Дніпропетровська чи там, обов'язково я чи Луганська, обов'язково я цей гімн вам проспіваю з даних очі. Вообще здесь люди, вы знаете, отличаются прежде всего гостеприимностью. Они очень добрые. Вот здесь открытые лица. Ось, смотрите, какие краевиды. Это людина, яка тільки зайде. Ось, як красиво. Ось це. А мені ще красивіше. Ну, піднімаюсь рано, чи я втомлений, чи я хворий. Ось вийшов, подивився на гору Негровець, на гору Дарвайка, гора Стримба, гора Квасовець. Гора Тяпиш, і це все навколишнє середовище для Василя Макара. Як вони відносяться до приїжджих? Вони відносяться як своїм. Вони
Тем более они не обращают внимания на русском. Я приехал сначала, я разговаривал на русском языке. Они не делят, что вот это наши люди, а это приезжие люди. У Колчаки есть больше 10 национальностей, якщо брати. Є цигани, румуни, венгри, поляки, це в Колчаки є. Ну що, дивитись на нього боком? Ні. Таке не може бути. Скажіть, будь ласка, що для вас є патріотизм? Для мене патріотизм – це є вся Україна. Во второй половине дня мы добрались до озера Синевир, самого большого озера в украинских Карпатах, расположенного на высоте 989 метров. Здесь мы услышали красивую легенду о трагической любви пастуха по имени Вир и дочери местного графа Синь, из чьих горьких слез и образовалось Синее озеро. Синевир встречает нас дождем, но мы все одно рады, что мы тут. Дождь не распугал и многочисленных туристов. С некоторыми из них мы успели пообщаться. Мы приехали, потому что мы не поехали в Крым, потому что Крым больше не наш. Мы, в принципе, периодически ездили на майские праздники в Крым. А в этот раз мы решили посмотреть Западную Украину, поехать именно в Карпаты. И мы даже несколько благодарны революции, потому что иначе мы сюда бы, ну, я думаю, не скоро бы доехали. Люди более настроены, более открытые, более приветливые, вот скорее так. Я вот приехала на Западную Украину, поняла, что это уже Европа. В принципе, это Европа. Вот нам бы донести это все до Востока, еще до Восточной части, вместе объединиться и уйти в нужном развивающемся направлении. Ребята вернулись домой только поздно вечером. Как выяснилось, снаряженная нами спасательная группа не справилась с возложенной на нее задачей, и нашу отважную четверку освободила из высокогорного плена группа польских автотуристов. Под проливным дождем и градом по мокрой скользкой дороге они втащили на гору наш многострадальный УАЗик и также на буксире доставили его до Калачавы. Это был настоящий подвиг. Седьмой день в пути. Проезжаем перевал Межгорский. Поселок Межгорье ждет нас внизу. Впрочем, Межгорье нас так и не дождалось. Уютный закарпатский поселок своим присутствием мы обделили. Та же участь постигла и следующие 6 населенных пунктов, которые мы тоже проехали, так и не остановившись. Первую за этот день остановку мы сделали в селе Тур-Еремиты. Небольшое закарпатское село славилось когда-то продукцией маленького чугуноплавильного завода. А сейчас здесь находится единственный в Украине памятник почтальону. Об этом и многом другом нам рассказал Тарас, знакомый нашего водителя Володи, в гости к которому мы и решили заглянуть. Мы сейчас в селе Тур-Еремита. В гостях дуже цікавої людини Тараса. День в нього просто надзвичайний. Багато раритетних речей, багато картин. Дом більше напоминав музей, так як був обильно наповнений всевозможними ретро-предметами, розказуючими о бытии і культурі цього краю. Вони стояли на полу, на столах і на полках, висіли на стінах і потолках. Каждый предмет бережно хранил свою историю. Датований до 1916 року, тому що тут ще написано «Содавасерфабрік Ужгород» по-німецьки. Ага. І це був австро-угорський період, коли Закарпаття входило до складу Австро-Угорської імперії. Після Австро-Угорської імперії, після Першої світової війни, територія Закарпаття перейшла до Чехословацької республіки. Так просто провели пальцем по карті. І от є спальні товари на содову воду Ужгород, вже написано по-чеськи. І це той самий період, той самий завод, просто влада помінялась, поміняли відразу етикетки. Потім був у нас короткий одномісячний період Карпатської України, про яку потім скажу, але період був недовгий, і потім ми знову війшли до складу уже Хортицької Угорщини до Угорської Республіки. Весь этот дом дышал историей. Его атмосфера и необыкновенная обстановка просто поражала. Поразил нас и его хозяин, умный, эрудированный, имеющий на все свою особую точку зрения. У нас был перепис населения в 91-му році, пам'ятаєте? У нас близько 100 тисяч людей на Закарпатті записали себе як русин, коли питалися, хто ти по національності.
І у нас виявилося, що не можна записувати з русином, бо у нас немає такого в кадастрі, типу не написано. От узбеки є, таджики є. От ООН визнає, що є русини, да? Словаки, ну, є, мадяри визнають, що є, поляки визнають, що є, всі визнають, що є. А от ми вперто визнаємо, що нема. Тарас довго розказував нам о своїй унікальній колекції, об історії Закарпатського регіону. Так, скільки кав? Підніміть руки, хто буде кавом? Разговор продолжался за столом, куда усадил всех нас хозяин удивительного дома, чтобы напоить из красивых чашек ароматным кофе. Вернее, говорил в основном Тарас, а мы слушали, не перебивая, так как слушать его было действительно интересно. У меня зараз на Пасху був друг з Краматорська. Я себе ловив на тому сюрреалізмі, що коли друг з Краматорська дзвонить додому, йому дзвонить мама, дзвонить родичі, всі питаються, як він тут, серед бандерівців, чи його не повісили, чи з ним нічого не сталося, чи його не захопили в полон, чи його добре годують, як у нас тут взагалі, на якому язикі він з нами розмовляє, як ми з ним говоримо. І люди, які звідти приїжджають, вони не в шоці, вони не вірять, що воно так. Напоследок он порекомендовал нам заказать пару чанов в Лумшорах, куда мы вскоре и направились. Теперь, наверное, нужно объяснить зрителю, что такое лумшоры и что такое чаны. Лумшоры – маленькое село в окружении буковых и хвойных лесов, расположенное на реке Туричка, у подножья самой большой в Карпатах Полонины. Неподалеку находится каскад водопадов, самый интересный из которых – Соловей и Партизан. Но главной достопримечательностью Лумшор является его бальнеологический курорт, работающий здесь с середины 18 века. Процесс оздоровления проходит с помощью диковинной процедуры. Огромный чугунный чан наполняют минеральной водой из местных сероводородных источников и подогревают просто при помощи обычного костра. Со стороны все это напоминает котлы ада. Рядом не хватает только чертей, подбрасывающих в костер дрова. Вот так бендеровцы варят из нас борщ! В действительности ощущения просто райские. Чтобы не перегреться, мы периодически ныряли в холодную воду, протекающую рядом горной реки. Холодная гирская речка Карпат, это круто! Але я теперь гордо могу сказать, что я купался в чанах. Справа. Сегодня тут мы нашли рай. Накупавшись волю, мы отправились на ужин. Среди блюд местной кухни особенно запомнилась картошка с брынзой, запеченная по особому рецепту. Сытые, довольные и немного уставшие, мы разошлись по номерам хостела. Нужно было выспаться и отдохнуть, чтобы завтра с новыми силами продолжить наше долгое, нелегкое, но очень увлекательное путешествие. Информационный партнер программы – журнал «Наши люди». Авиатур – крупнейшее агентство по продаже авиабилетов и туристических услуг. Имеет 12 филиалов в городах Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Кировоградской областей. Выполнение самых сложных запросов и высокое качество обслуживания – вот главные конкурентные преимущества компании, имеющей 20-летний опыт работы на отечественном рынке туристических услуг. Работать с нами удобно и надежно, говорят в агентстве. Мы помогаем решать проблемы наших клиентов в любое время дня и ночи. Впрочем, такие проблемы возникают крайне редко, так как сотрудники агентства предлагают только проверенные маршруты и только те отели, в которых побывали сами. Здесь можно быстро и без проблем забронировать и купить билет практически любой авиакомпании мира. Авиатур – ваш персональный агент. Мы хвилюемся, как там хлопцы. Сейчас будем делать. Дорога просто зашибись, но мы не одни такие. Хочет вам все этого, не хочет, говорят, бендеры и наказывают. Так, скільки кав? Підніміть руки, хто буде кав? Так бендеровці варять із нас борщ!